Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Boom Slinger. Так, у нас тут готово яйцо. Давай посмотрим, что нам из него выпадет. Прыжок. Снаряд и новые эмоджи. Допустим. Так, что у нас тут? Погнали. Роджер, Нюк и Рэй идут. Опа-на. Сони. Хм. Ух. Он ходит первым, да? Хочет в этого? Ух. Блин. Давай попробуем так сделать. На тебе. Так, и сделаем, наверное, прыжок. Эть. Немножко не сюда. Я хотел сюда перелететь. А это тут один. Что он тут будет делать? Пробивать, наверное, да? Своего же сюда сбросил. А вот это мне... Вот это ты, парень, зря сделал. Тебе так не кажется? На! Так, звездочка, музыка еще такая прикольная. Ой, ёп! Красота, это что такое? Это что было? Блин, смотри, он сейчас сюда будет бомбить. 100% тебе говорю. Ну, я его... Ой, блин, почему у меня такой бомбы нету, а? О, в своего же, молодец. Так. Но он бомбу потратил. Ага, не. А что я тут сделаю, ребят? Бай. Говорит, гудбай, типа, да? Да ну, ребят, это фигня. Спасибо, говорит. Да не, я ничего, я просто завершу ход. Нету смысла здесь ничего сделать. Что я тут... Он сейчас подобьет меня, понятное дело. Пускай радуется, пока радуется. Ну и все, я его сейчас... А что я с ним сделаю? Гудбай. Да. Если у него есть бомбочка, не дай бог, он ее сейчас сюда, ребята, закинет. Это будет плохо. Так, куда он хочет спрыгнуть? Зарядим ему. Хорошеньких здесь. Гудба. Ты серьезно? Попади только. Да не может быть такой. Канадню. Вот ты канадню. Дурак! Это ж надо было такой тупо сделать. Блин, ребят, ну он проскальзывает. Он проскальзывает во время прыжка. Я же не суицидник, чтобы спрыгивать, блин, в этот. Но он проскользнул. И поэтому улетел. Я хотел на самый краешек попасть. Ай, дурик, Рэй, ну дурик. Опа. Почему мы все время внизу? Да что ты будешь делать-то, блин, а? Ну это же несправедливо, блин. Естественно, ему навесиком-то проще бомбить по мне, чем мне вверх туда. И еще, вот что он и делает. Че он дуркует-то? Прыжок. Нифига. Да не надо это, давай вот так вот звездочкой в лобешник ему. Такой звук еще. Сейчас будет сбрасывать мне сюда бомбочки, если что у него там есть, я не знаю. Это Иван, кстати. Что он там делает? Я тебя, гаденыш, вниз сюда спущу. Я тебя сейчас спущу на землю. Сюда, к нам.
Это раз. Закончим. Он сейчас пожертвует, наверное, своим. Мне почему-то так кажется. Что-то сюда прилетит сейчас. Неприятное, наверное. Это зря. Нет, наверное, может быть, нам... Я смогу запрыгнуть туда? Тормоз, блин, а? Зашибись, я подсобил ему. Открыл территорию. Нате, обстреливайте Роджера. Ой-ой-ой. Он навесиком сейчас сделает. Вот это было глупо. С его стороны это было глупо. Ну что, ребят, шмальнем разочек по этому чучелу. Адьюс. Звуки. Так, все получилось. Заберем награду. Звездочка. Блин, нам чуть-чуть не хватает, чтобы получить какое-то мороженое. Я не знаю, что это за мороженое. О, у меня чашечка есть. Новые эмоции. А которую мы получили новое это? А, вот. Пускай будет. Ну что, я пошел дальше. Нравится, как кто сцепляется такой. Итак. О. Вот они, хлопцы. 3 на 3. Так, я хожу первым. И это ходит Роджер, блин. Вот что вот мне прикажешь делать здесь? Я пропущу ход. Я не вижу просто смысла, ребят, там что-то делать. Этот будет, ну понятно, что он сейчас будет. Пых. Не попал ты, вот что я тебе скажу. Пых. Куда ты прыгать собрался? Ой, ду... Ты, мы же сейчас. Блин, так как тусенок у меня ходит. Мы можем. Слушай, а если я, например, вот так вот. О! Всех в кучку. Ну, естественно, им сейчас что? Что им остается? Стрелять. Вот сюда. Пробивать, так сказать, нам. Ход. Ну, чтобы мы здесь оказались рядом с ними. Ой-о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 й. А вот за это я отомщу. Вот за это я отомщу. Где у нас тут эмоции? Так вот и сделаю. Звездочку возьмем. Сейчас ему в лобешник-то. На-ка. Это раз тебе. Это два. Будешь знать. Шпендель. Выпендривается он мне там, а еще. Давай, 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 давай. Недолет. Недолет, парень. Вот это уже плохо. Промахнулся, слава тебе. Яйца. Ну что? Блин, это же пес. Пропущу я псом ход, короче. А ведь все равно мне придется туда вниз-то спускаться рано или поздно. Понимаешь, в чем дело? Куда ты прыгаешь-то? И что тебе это даст? Почему ты навесиком ты делаешь? Ох ты жук, ты несчастный, а? Блин, ребята, что делать-то? Мне надо как-то... Я боюсь улететь. Теперь давай зарядим.
Трипл лок. Троих сразу же. Слушай, вот это было круто. Вот сейчас было действительно классно. Левел ап. Второй уровень, друзья мои, получил. О, новые карты будут доступны. А, это у нас новая планета. Фрости Флав Галакси. А ну-ка, что нам дадут? Пингвиненок. И новая карта, видимо. Му, корова. Мега лазер. Так, это у нас хил. 100 монет. 9 кристаллов. Шикарно. Так, пингвиненка будем брать, нет? Я думаю, что стоит взять пингвиненка вместо... Вот так вот. Назовем его. Так, как мы его назовем? Король. Будет у нас кинг. Давай вот это вот, наверное, возьмем. А головных уборов у нас почему-то пока нету. Ну вот у нас пингвиненок. Тыры-пыры тролливали. Ну что, я... Так, секундочку. А! Карты, конечно же, карты-то надо взять. Использовать. Использовать. Ну, хил не знаю. Хил, мне кажется, мне не нужен, ребят. Так же, как... Ладно, посмотрим. Так, а что у нас в магазине? Карта какая-то. Но ее не взять. Вот, шляпа, хэт. 300 стоит. За 2000 монет. Какие-то черепа бустерские. Не знаю, что это значит. Смотри, фейерверк. Эмоджи. В общем, я пошел дальше биться. Это новая территория. Ледяная. Наверное, скорее всего, тут будет скользить. Король, Роджер и Нюк. Монки, Славко, Дора. Славко. Славко. Что, 3 на 3? Роджер ходит у меня первым, да? Дай-ка я его, наверное, Монки сейчас заряжу. Разочек другой. На! Ребят, я текать отсюда. Вот Дора мне... А, ему же сейчас удобно будет бомбить, да, скорее всего? Тут еще Славка вон стоит. Ах ты гад, он прыгает. Куда он собрался прыгать? Ты что, его прыжок был такой? Ого! Тройной, ты видел, у него какая-то... Ну что ты? Ёпарыс, это и что? Ну, допустим. Дора. Дура. Он хочет прыгнуть вообще. Ко мне поближе, что ли? Нафиг ты мне тут нужен? Корову бросить, да? Ну, я, ребята, не знал, что корова так делает, если честно. Потому что я даже еще не успел заюзать, но теперь я понял, что она делает. И причем мне не дали ей воспользоваться. Вот что самое фиговое. Чего такое-то? Короче, буду впредь знать, что всех в кучу ставить не следует. Так, с этим... Что, он звездочку взял зачем-то? Зачем он берет звездочку? О! Это что такое? Телепортация, да? Thank you.
Это телепортация, друзья. Да что ты? А давай вообще-то бомбанем. Вот так вот. И звездочка еще в лоб ему. Другого я еще придумать не мог. А этот там стоит на отшибе один. Что вот это такое? Обмен? Ребята, откуда у них такие карты, блин, а? Обмены какие-то, где он их взял? Не кисло расчистил, да? Нюк. Ай-я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 й, ребята, сейчас он что-нибудь таким бомбанет сюда навесиком. А это что еще такое? Я карт таких вообще даже не видел, ребята, я даже не знаю, что он делает, какая-то бомба. Молодец. Просто красавчик. Что, займемся этим теперь? Блин. Не очень, конечно, хорошо. Луч. Сюда бомбит. Звездочку взял, да? Все-таки звездочка хочет меня. Все на этом? Нет, не все. Это, мне кажется, было очень глупо с его стороны. Нюк ходит. Ходит нюк. Блин, я не знаю, как тут. Хотелось бы, конечно, того бомбануть. Есть, блин. Если он сейчас сюда спрыгнет или что-нибудь мне скинет на голову, будет плохо. Ты посмотри, тройной выстрел, ребята. А это что такое? Но... Да ёпрст это, блин, ну как тут, ну... Я офигею, ребята, откуда они таких карт набрали, блин? У меня какой-то, блин, стандарт. А у них тройные выстрелы, какие-то взрывы, блин. Корова это, блин, тоже непонятно, как он действует. Луч, лазер. Понятное дело, что у них... Ой-ой-ой. Он ходит первым. Кинуть хочет, да? Вот ненавижу, когда все вместе стоят. Что это такое? Это злая бомба. Я не знаю, ну возьмем корову, наверное, и все. Куда корову? Сюда подбросим ее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, я понял. Блин, ну кто же знал, что он так ок. Да ну, вряд ли ты попадешь сюда. Не, ну он попадет. Давай попробуем его пробить. Ага. Ауч. Ауч. А звездочка в лоб хочешь? Ауч. Выжил, что ли, тварью налево, а? Мне никуда не прыгнуть. Вот этот сейчас меня может толкнуть здесь чем-нибудь, ребят. И я полечу вот в эту вот водичку. А жалко, здесь знаешь, чего нету? Как в черепашках, в червячках, когда... Ой-о-о.
Слушай, ну это мне повезло. Вот так вот сделаем, попробуем. Не, лучше... Ау! Отлично. Тиу! Готов. А вот это, если у него, например, есть корова, вот сюда вот можно ее закинуть. И это будет, ребята, беда. Это было гениально. Ай, ребята, это было просто гениально. Я по-другому сказать не могу. Че, так вот если закинем, нормально будет? Фигня. Ничего нормального здесь не было. Да ёпрасоте, блин. Сюрикен еще остался. Так, ему нужно как-то уничтожить двоих. Хиляется. Плюс луч. Что там он? По-моему, что-то не сработало у тебя, парень. Что за мега-луч? Воу! Ничего себе, мега-лазер. Вот это да. Так, награды, друзья. Неужели? Вот эта штука. Тройной выстрел называется она. Вот они откуда это все получили. Вот они откуда все это получили. Угу. Ну, хил, я думаю, что, ребята, ну, без понтовок как-то. Если честно, хил это без понт. Ты восстановишь, конечно, себе немножко хп, но... Все равно тебя запинают. Ох ты, Альфред. Кто там у него, Альфред? Кто ходит первым? Мау. Блин, ему тут, конечно, можно и сюда бомбить, и сюда. Мяу. No. Thank you. Ну что, парень, извиняй. Да-да-да. Сейчас я тебе... Вот так вот. Пропускаем. Туда вот бы им коровку бы запульнуть. Ох, было бы как... Блин, ребята, вот это мне не нравится. Он стоит у меня тут как тополь на плющихе один. Тройной выстрел, зашибись. Ты думаешь, я это тебе прощу, что ли? Думаешь, я тебе это прощу? О-о-о. Оханя. Так. Блин, это фигня получается, ребят. Пропускаю ход. Блин, я что-то слишком много ходов пропускаю, тебе не кажется? Вот был бы у меня сейчас луч вот этот, я бы сейчас бы так просто прожарил бы их. Ему только вверх стрелять. Нифига ты меткий парень. Что так вот на весиком нормально будет? Да проверим. Да, нормально. Так, вот встанем. Мне жалко, что вот этого сейчас, скорее всего, забомбят мне.
Мяу. Луч. Мяу. Так, куда он сейчас? Ты хочешь наверх? Ага, чтобы я... Так. Да ну, блин. Корову запускать тоже я не вижу смысла, блин. Встал в какую-то... В дурацкую, блин. Да куда ты... Пс. Ну ты серьезно сейчас вот это сделал? Сейчас тут подобьют подпорку мне, песику. Он упадет, понятное дело, да? А пройдет ли его снаряд здесь? Он что, хочет поменяться, что ли? Куда он бомбу-то пуляет? Странно как-то он. Ладно, это его дело. Бомбанем лучом, что ли? А у меня больше нету, ребята, ничегошеньки. Ой, попал я здесь, кажется. Не знаю, что он там сейчас придумает. Луч. Будет пробивать, что ли, вот так вот? Блин, конечно, вон тут у меня вообще не... Это было глупо. Вот это вообще, ребята, не в тему. Ну вот серьезно тебе говорю. То есть я могу только вот так вот пробить. Упс. Упс. Ёп, просто я думал сейчас. Ты посмотри. Ты посмотри, что сейчас будет делать. Сейчас каким-нибудь на весь. А, мы. Нет. Чего? Ага, ну все, теперь тебе. Я думаю, тебе сейчас кранты будут. Аханя. Жив? Жив, чмоха. Да ёб красоты. Ну вот чем он до меня будет дотягиваться? Ну не знаю. Вот тройной выстрел это плохо. И все. Луч будет мне? Еее. А он дотянется до туда? Есть. Бугимен получил свое. Отлично, ребята. Вот это мне, вот этот поединок мне понравился. Это был классный поединок. Давай-ка еще. Следующий портал через 22 часа. Я играл за кадром, ну, уже на телефоне, там, по другим аккаунтам. Там было такое молоко, короче, наливает, ну, выливается молоко из коробки. И постоянно уровень воды, молока повышается. То есть, если ты будешь внизу в самом, ты утонешь. Так, секундочку. Вот так вот. Будем пробивать их. Яйцо такое. Или авокадо. Авокадо, наверное, скорее всего. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это большой урон летит в меня сейчас. Да. Ну что, влупим? Будем мстить. Блин, вот этот Роджер стоит как-то не в тему опять. Луч.
что ты придумал, парень? Ты своего хочешь похоронить, я так понимаю, да? Это ты хорошо придумал. Это была дурость. Проверим. Проверил, блин, на свою голову. Мне бы прыжок лучше бы. Чего, блин, я говорю, прыжок твою. Согласись, вот это тупо было с моей стороны. Приземлиться к нему сюда. Сейчас, если он сейчас стрельнет, да, любым видом оружием. Звездочка, да. Мне кранты здесь. Пингвиненок отдуплится. Погибает пингвиненок. К сожалению. Да! Твою налево, блин. Укатился. Укатился, блин. Ну что, наверное, еще один бойчик на дорожку. Так. Ну и фигли. Молодец. Красавелла. Вот как они тут будут сейчас, я не знаю. Сбросит он меня вниз. Понятно, что он меня сбросит вниз. Что, бомбу еще закидывает сюда, что ли? Упс. Дай-ка я корову, наверное, вот сюда поставлю. Подкину ее как-нибудь. Отлично. Ну, что ты там задумался, кактус? Прыжок, куда ты хочешь прыжок свой сделать? Вниз? Ко мне сюда? Бомбочку. Бомбочку кидает. Ого, значит, пингвиненок может его завалить. Сможешь завалить его? Нет. Больше не хватает у нас зарядов, к сожалению. Угу. Ну что, надо валить хлопчик-то этого. Как ты считаешь? Иди отсюда. Пух. А вот дальше-то как сделать? Блин, если я прыжок сделаю, я боюсь, перелечу. Сюрикен, наверное, не долетит. Все, я понял. Блин, это время, время это еще. Так, берет фаербол. Не дотянется. Не попадет он фаерболом этим. Ну, максимум здесь вот он взорвется. Не-не-не-не. Не попадешь. Пробиваешь лучом. Ох, какой красавчик. Новоиспеченный красавчик. Ну что, коровку мы подкинем?
Гудбай. Отлично, ребят. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, мы закончим. Всем большое спасибо большое за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.